большинство просто людей, которые не бомжи. Да, вы видите, мы уехали в Сан-Франциско, вот этот район, вы можете все сами видеть, сколько здесь бездомных людей. Да, город очень грязный, но дай бог, может быть, кого-то просто вдохновим, и это уже хорошо. Это уже хорошо. То есть все, вот эти все улицы здесь сидят, валяются. Много больных очень, одержимых, много несчастных просто людей. Просто несчастных людей. Ну вот это Сан-Франциско, так что мы можем видеть, как в любом городе разные районы. Но город тьма. Здесь чувствуется сатанинский дух очень сильный. Это все нужно разрушать, но знаем, что Христос уже разрушил. Поэтому победа, она явлена. Единственное, нам не нужно бояться, но нужно верить и остаться верным. И тогда эта победа будет явлена во всем. Да, видите? Нет, ты не сможешь. А здесь гараж, мы не сможем. Да, люди нетерпимые, нам сигналят. Да, и здесь можно. It's a matter there, so. Don't put attention. They could be whatever they want to do it. Oh, yeah. Okay. Здесь можно? Да, здесь можно. Здесь, посмотрите. Хорошо. Мы паркуемся. Так, мы подъехали. Вы видите все сами. Здесь невозможно стоять. Очень близко видеть весь этот мусор по улице. Это самое знаменитое место, это самое центральное место. Его знают, самое ужасное место, одно из ужасных. Это самое. Видите, все, что творится, наркота. Ну, очень-очень тяжело, и очень нехорошие запахи здесь, прямо даже хоть улица. Но, ну, то, что есть, то есть. Ладно, молитесь за нас. Все будет хорошо, с Божьей помощью. Собачки появились. Да. Такое ощущение, что вот я понимаю, что в жизни может быть разное и много горя. Но люди уже все, настолько опустились и настолько привыкли, и настолько вот грех. Но он очень силен, грех. Никакой милости грех не имеет. Поэтому будем безжалостны к греху. Также безжалостны, что грех никогда не пощадит. Но только Христос может помочь. Вот это благая весть. Ну, будем снимать, будем показывать. Видите, что хотите увидеть на улице. Иглы и... даже не хочу говорить прямо на улице, что здесь происходит. Ладно, приготавливаем еду. Будем кормить, но самое главное, проповедовать Евангелие. Это Сан-Франциско. Последнее время. Люди в крови. Очень много драк. Как район зомби. Наркота, алкоголизм, гомосексуализм, все здесь вот, палатка, вы видите, вот мы подъехали, здесь живут люди, созданы по образу и подобию Божьему, но никому дела до них нет, даже инвалидная такая, не то что коляска, а вот передвигается, видите. Вот видите, так и называется голубая химчистка или чистка, Blue Cleaners. Ну, а как по-другому здесь могут назвать? А правда, китайцы хозяева, наверное. Да, здесь такое, что как вот, если не голубой, тебя сделают голубым. Сохрани Господь. 2 часа достаточно, вас спросили? 2 часа. Сколько времени? 2 часа. Вот один уже подошел. Хорошо.
And we have a good news for you, sir. Same thing? Yeah, it's the same thing, yes. We have a good news. Lord Jesus, this is in the name of Lord Jesus Christ. You speak Hindu? You're Hindu, right? And you speak Hindi? Shukriya. Shukriya. You have a Bible. You want to have a Bible? You have a Bible. Okay, be blessed. Be blessed. Видите, все, что хочешь, валяется. Люди скорченные, побитые, разбитые. Под наркотой. Очень много наркоты. We're going to heaven. If we have a Jesus, we'll live forever. We'll live forever. And there in the heaven, no illnesses, no homeless, no sin. A new body, Christ promises to give it to all of us. If we are, if we will in Christ. So if you don't know Jesus, come to Him. God commands all of us to repent. Just believe. Just believe. Just believe in Jesus. Just believe. Пошли дальше. Ладно, идем. Yeah, we have some food. For God so loved this world, He sent His begotten Son. Мухи, едят людей в живых, живую. Кто-то уже здесь прямо в туалет, прямо на улице. Вот так живут люди. Люди созданы по образу подобию Божьему. Мухи жирают. Это Сан-Франциско. Америка. Да везде это есть. Очень много полиции, сирены. Здесь постоянно что-то происходит, убийство. Видите, опять что-то произошло. Прямо здесь на улице. Уже столько машин едут, видите. Это самое криминальное место в Сан-Франциско. Самое криминальное место. И опасно. But the most important, it's the word of God, Christ Himself, who is the life, everlasting. Did you make a picture still? Да, я делал видео пошли. Да. Наркота. Опять что-то произошло. Постоянно сирены. Постоянно. Jesus, Lord Jesus, took our sins and transgressions and went to the cross to fulfill a plan and born on the earth and took the flesh and allowed that we spit on Him as a human being. And He took all our transgressions in this world. He sent His begotten Son. That whosoever believes in Him will not to be perished, but have an everlasting life. And He has enough power to help you, even to overcome, that you could win and have a peace and a joy in your hearts. Голубки, голубки. Кушайте, милые. О, марихуана. И марихуана здесь. Вот только не хватало. Гомосексуализм на гомосексуализме также опять едут. Постоянно что-то происходит. Yes, thank you.
Be blessed. Be blessed. Идем дальше. Свидетельствуйте двумя здесь. Двумя засвидетельствуй. Взяла эта женщина. Новый завет. Be crossing the road. Надо забрать еще еду из машины. А, целую коробку раздали, еще немного осталось. Разве? Да, слава, разные люди. Это гермафродит. Да, игл здесь много. Надо быть очень осторожным, здесь крышка от иглы. Кто-то делал себе, вкалывал что-то. Так, взяли вторую партию еды и идем. Да, и идем. Я перехожу. И идем далее. А главная цель, опять-таки, сегодня служение среди бездомных. Но потом выйдем прямо с центра и будем проповедовать. Ну, такой план Господь позволит. Предупредили, что очень много игл валяется, чтобы я был очень осторожен. Тоже игл много, чтобы не наступило, потому что прокалывает сразу. Ладно, идем. Господь наша защита и охрана. Уже 23 года так почти. С Богом. Слава Богу. Проходили это место. И... Да, идем еще раз. Дадим воду. А там человек с ножом, у него нож. Но все нормально, все хорошо. Здесь никогда не знаешь, что может случиться. Много несчастных людей. Это мы все видим. Это ужас. Да, мусульманская семья с Йемена взяла Евангелие от Иоанна на арабском языке. Мы идем здесь. Человек отстал с ножом, отстал, не идет за нами. Да, он, в принципе, может быть, и не хотел, но вот так валяются люди. Вы видите это все сами. Это очень тяжелое зрелище. Это живые люди. Друзья, это здесь, в Америке. Я понимаю, что нужно проповедовать везде. Но это Америка. Столько несчастных людей, столько здесь церквей. Где они? Где они? Где братья и сестры? Где проповедь Евангелия? Здесь Сакраменто. Бог заботится и о голубках. Бог заботится тем более о людях. Но мы закрываем свои сердца верующие в наших безопасных белых районах. For God so loved this world, He sent His begotten Son. Идет молитва арабская здесь, мусульмане. Слышите? Вот интересно, кафе. Это суданцы, видите, так и написано. И вот имам читает здесь. Видите? И они это делают. А наших так мало здесь, чтобы выйти и просто спеть евангельские гимны. Хорошо, когда в концертах, да, в консерваториях, когда все чистенькие, хорошие, да, да, в Европе, как некоторые любят. Чтобы все смотрели, хлопали или в церкви. Правда. А вот здесь, на улице, где плачут, где люди в крови, и мухи жрут людей живых. Здесь. Где? Где? Где наши таланты? Они же есть. Но мы их закапываем. Come to the Lord. Она два человека. Осторожно. В открытую принимают наркотики, колятся. В открытую все. Голубки. Мои голубки. Да, ужас просто. Не можем останавливать все перед каждым. Люди несчастные просто.
эта женщина под сильным наркотическим воздействием. Видите, кидается. Такое ощущение, что это не Америка. Это я не знаю. Я не знаю вообще, что это такое. Видали? Вот так. Вот так. Как говорил я. Да, последнее время. Людей много, мы здесь не можем проповедовать. А, слишком шумно. Все, что хотите увидеть в этом городе. Трамвая. Вот так. Свидетельствуем здесь, но учиться тяжело. Jesus, only Jesus could give you this life. Everlasting life. Come to Jesus. He is the Lord of Lords and the King of Kings. Come to the Christ. Come to the Christ. Be blessed. Ладно. Служение состоялось. Бог обильно нас благословил. Мы проповедовали все же там, в том месте, где очередь была не маленькая, стояли, ждали свой исторический трамвай. Все, идем на паркинг, возвращаемся, Господь позволит. Нормально. А какая молодая женщина, как? Хорошо, друзья, мы поднялись на гору, и весь Сан-Франциско на ладони. Вот смотрите, какой город. Вы представляете, что здесь будет? В свое время, как Содом и Гоморра, Бог огнем уничтожит. Но часть уйдет под океан. Представляете, вот весь город. Здесь очень дорогое место, дома на вершинах скал, красивый дом белый. Вот так поднимаемся наверх. Здесь есть люди, им тоже засвидетельствуем. И вот залив, океан с левой стороны. Вы видите? Вот смотрите. Здесь очень высоко. Очень высоко. Вот даунтаун, мы там проповедовали сегодня. В той стороне. Колесо обозрения. Вот Golden Gates. Красный мост. Да. Вот. Это Сан-Франциско. Когда-то его больше не будет. Все здесь Господь поразит, все. Но есть надежда во Христе, даже если кто-то умрет после поражения. Но во Христе будешь жить. Это наша надежда. Иисус есть воскресение и жизнь.
Слава Богу. Аминь. Да, друзья, вот машина, где мы оставили. Вот город. И сейчас мы вот по этим лесенкам 7-7-7-7 будем спускаться. Ну, пошли. Идем, идем, идем. Хорошая физкультура. Главное не упасть. Вот это дом белый. Красивый, красивый. Океан. Мы на побережье. А Виктор побежал, пускай бежит. Хочет сделать некоторые видео. Красота. Мы очень сильно устали. Очень сильно устали. Да, но слава Богу. Бог благословил нас. Прямо как я подбежал. Холодно, никто не плавает, конечно, это Тихий океан, холодный. Это не сторона Сан-Диего, но сторона Сан-Франциско, но здесь всегда холодный, даже летом. Вот так. Скоро Господь придет. Небеса. Аллилуйя. Пока есть время, поработаем, если люди подойдут. Будем проповедовать. Вот гомосексуальный автобус даже. Автобус гомосексуалист, видите? Сан-Франциско. Да. Вот так. Вот этот мост. Golden Gate. И гуси. Красота. Но когда-то этого ничего не будет. Не когда-то, а однажды. Да.